Добрый день, дорогие друзья! И в начале этой недели я начал разрабатывать свой новый саунд-пак для Pocket 32 Tony. Но эта бочка не для этого. Да! О-о-о-о-о! Не, ребят, все, я ухожу в творчество. Баса не хватает. И как же я был приятно удивлен, когда, зайдя в Instagram, увидел пост от компании Sonic Charge. Это компания, которая, собственно, придумала плагин. Так, Марсик. Плагин Микротоник. Пошел по своим делам. Ну так вот. И компания Sonic Charge придумала плагин Микротоник, VST-плагин, который идеально подошел вот для этого Pocket 32 Tonic. И несколько дней назад я листаю свою ленту Instagram и вижу, что они, Sonic Charge, выпустили просто какой-то большой, невероятный саундпак, который, на минуточку, повторяет самые популярные аналоговые и цифровые драм-машины. Так что сегодня послушаем, как это все звучит, сделаем несколько экспериментов, ну и разберемся, как же у них это получилось. Сейчас я на официальном сайте Sonic Charge, и вот в этом разделе у них публикуются все свежие новости. И вот что мы видим. Винтаж Тоник, то, что нам нужно. Заходим. Здесь небольшое описание от Магнуса. Это разработчик этого плагина. Сейчас мы переведем, и я вам прочту. Он нас поздравляет с праздниками и пишет, что в течение нескольких лет он экспериментировал с алгоритмами машинного обучения, которые ищут настройки параметров для имитации любого звука на любом синтезаторе. Вот это дела вообще. И сегодня я рад представить, ну, Магнус рад представить, свой первый плод этого труда – Винтаж Тоник. Винтаж Тоник – это пакет патчей для Микротоник, созданный из звуков следующих классических драм-машин. И вот здесь вот списочек этих машин. Конечно же, не обошлось без классического 808, 909, там 707. Вот, в общем, посмотрите, что в него входит. И Магнус далее пишет. Обратите внимание, что в коллекцию входят как аналоговые, так и цифровые драм-машины. Естественно, цифровые драм-машины гораздо сложнее воспроизвести с помощью синтезатора Микротоник. Но даже несовершенные результаты – это весело, и я считаю эти звуки весьма полезными. Сразу скажу, что это действительно весело и полезно. Старые драм-машины были в основном заранее установленными паттернами, и я старался воспроизвести не только звуки, но и все оригинальные образцы, ну то есть паттерны. Надеюсь, этот сборник окажется для вас полезным. Я считаю, что это показывает новую сторону Микротоника, и даже меня поражает, насколько универсальным остается этот старый плагин. А плагину реально уже много-много лет. Ну и здесь небольшая демка, мы ее сейчас слушать не будем, потому что я ее включу уже у себя на компьютере. Также у кого есть этот плагин, может скачать вот апдейтик небольшой с этими всеми звуками, патчами и паттернами. И самое интересное, что брат Магнуса, Фредерик, подготовил уникальный скин для вот этого релиза. Сейчас мы с вами посмотрим. Я сейчас это все читать не буду, кому интересно, оставлю ссылку в описании. Но что самое важное, это вот эта картинка. Посмотрите, насколько они заморочились и переделали полностью весь интерфейс. А вот так плагин выглядел в оригинале. Ну и чтобы установить этот скин, достаточно будет скачать этот zip-файл и положить все картинки, которые внутри, рядом с плагином. И в начале этой статьи есть инструкция, как все это сделать. Ну а теперь послушаем звуки. Что мне нравится в этом плагине, так это если открыть пресеты, то можно прямо из этого окна прослушивать все патчи. Вот послушаем. Это звуки Roland CR78, Roland 505, 707, 808. К
сожалению, мне не удалось еще послушать оригинальные паттерны этих культовых синтезаторов, но по ощущениям, что они очень и очень даже похожи. 909. DMX 81 года, Aberheim. Корг РК-55 79 года. Это, конечно, удивительно, насколько актуальны и интересны все эти звуки из этих старых-старых драм-машин. Оу, узнаете песню? Линдрам 82 года. А это звуки Корга Mini Pops 7 66 года. Маэстро Ритм Кинг 60 года. Да, конечно, было бы интересно сравнить эти звуки и паттерны с оригинальными синтезаторами, но, к сожалению, пока что доступа у меня к ним нет. Конечно же, я уверен, что на YouTube уже полным-полно всевозможных видео со звуками этих драм-машин, с которыми можно сравнить этот плагин, но это уже тема для отдельного видео. Для первого эксперимента я выбрал 808 Roland. Сейчас послушаем звуки по отдельности. Вот этот, конечно, уже классический, фирменный, узнаваемый звук. И он, по-моему, сделан просто один в один. Сейчас это все заведу в покет и сделаем небольшой скетч. Пока записывал этот трек, за окном уже стемнело, но это никак не помешает мне записать еще хотя бы несколько скетчей. Перейдем к компьютеру. Ну а следующая драм-машина, которую воссоздал Магнус в микротонике, это будет Korg Mini Pops 7. Мне очень понравились ее минималистичные и простые звуки, поэтому давайте их послушаем. Что ж, пришло время сделать новый скетч. Интересный патч.
Теперь можно выступать без барабанщика. Осталось только найти остальных участников группы. Да. Ну, а звуки следующей драм-машины мне напомнили очень известную песню. К сожалению, я вот никак не смог вспомнить ее название, поэтому обратился за помощью к моим дорогим подписчикам в Инстаграме. Спасибо всем огромное, кто прислал название этого коллектива. Что ж, предлагаю перейти к компьютеру и послушать эти звуки. Это машина Линдрам 82 года. Надеюсь, вы узнаете песню, кавер на которую я сделаю в следующем скетче. Ну а если вы вдруг вспомнили какой-нибудь хит из 80-х или 90-х, где могли бы быть звуки этих замечательных драм-машин, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. И я попробую воссоздать эти треки. Также хочу напомнить, что сейчас на моем Патреоне проходит конкурс треков, где можно будет выиграть новенький Pocket 133 Street Fighter. И не только, там еще подарочки будут. Ну а всем участникам я отправлю вот такой вот стикер-пак. Все подробности по ссылке в описании. Да, мне кажется, что это последнее разговорное видео в этом уже уходящем году, поэтому хочу вам сказать большое спасибо, что были со мной весь этот год. В будущем на этом канале будет еще больше экспериментов, так что не теряемся. Ну, а я вам желаю музыкального настроения и всего самого доброго. Да, еще скетч, кстати, сейчас будет.